Вот что на огороде. Самое главное, растет мята. Она улучшает переваривание пищи. Если что-то съел, там не очень, может, переел, там мятой заживал прям. Ну, я так делаю. Я не рекомендую это, а просто говорю, что я так делаю. В общем, заживала куст мяты, вот этот, листочки со стебелечком. Заживала, и нормально вообще все переваривается. Она, потому что сосудорасширяющая, вообще спазмы снимает, всякие вот такие дела, она улучшает все. Вот. Чистит она, слабительная, как бы такая, детоксит, убирает в себя лишнее, все, все нормализует на своем пути. Этот цветочек бактерицидный, дружочек, он бактерии убивает. Тоже я их употребляю, я их в коктейль добавляю, в зеленый подкидываю прям вот и мяту, и любую другую зелень. Подкидываю, и цветочный коктейль такой получается вкусный, классный, нормальный.